Друзья, всем привет! Извините, что вчера не рассказал, как у нас все закончилось, как все прошло, не, как говорится, не сделал вывод, потому что не было настроения, мы все расстроились. Мы заняли опять на втором этапе квалификации 33 место и не прошли парные заезды. Чуть-чуть не хватило. Опять боремся с автомобилем, вроде все нормально, едет все хорошо, но в конце дуги он почему-то не вытягивает, как вот половину меньше мощности стало. Да, после квалификации я уже нашел, в чем дело, подключились, увидели, что не работает лямбдазон. Соответственно, автомобиль работал в аварийном режиме и лил больше топлива, соответственно, мощности там не было. Вроде как будет сейчас тренировка между вторым и третьим этапом, у нас будет 2 недели, и в этом периоде будет тренировка, можно будет протестировать автомобиль, чтобы уже быть уверенным на третий этап. Поэтому сейчас мы вот находимся на гонке, сейчас начинается топ-32, будем смотреть, болеть и вам дальше показывать, как это все тут происходит. Короче, всем, кто не прошел квалификацию, дают вот такой вот килограмм фисташек и говорят, ебашьте. И вот мы как бы отрабатываем сейчас, да? Ебашим их. Такие вот дела. Всего хорошего. Русские идут домой. Никнак, короче, отомстил за всех. У нас тут арабская развлекалова, джип он, крузак сотый, едет, смотрите, на двух колесах, едет, что-то гонит, вылазит из машины, короче, красавчик такой, веселит народ, красава. Вот интересно, перевернется или не перевернется. Все ждут, чтобы он упал на крышу. Рубилова Чирба против нашего Ростика Роговского. Чирба едет первый. У пацанов спрашиваем механиков Чирба, вы за Ростика? Они да, говорят. Да, поднимай телефоном, последний наш из Украины, это Тимур Липский, заезд 108, Сали Максим. Давай, Тимур, давай. Али Максим. Летел. Али Максим напорол. Но теперь нужно посмотреть, как в видеоповторе они ехали. И вот у нас тут сразу видеоповтор. Мы сразу смотрим, кто, что и как. Что, второй заезд. Тимур преследует. Давай, Тимур. Нужно выходить в топ-4. Али Максим топочный чувак. Первый едет Василяускас, второй Никнак. Давай,
друзья, вот и закончился второй этап чемпионата. Первое место Чирба, второе место Али Максид и третье место Хайнц. Вот так вот. Вот такие у нас финалисты. И, кстати, четвертое место Андреас Василявскас. Чуть-чуть ему не хватило, что-то у него подзакончилось в автомобиле. Вот, в общем, такие вот дела.